Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, на ТСБ. Смотрите, какие у нас интересные конфеты. Чернослив и курага в шоколадной глазури. 0,5 килограмма, 149 рублей. Производство «Пенза». Как они аппетитно выглядят. Я не знаю, какой там шоколад. Самое главное, чтобы в черносливе не попадались косточки. Тогда будет вообще все идеально. Я так понимаю, здесь наполовину курага, наполовину чернослив конфетки. 149 рублей. Я так думаю, это не совсем дорого. Недорого. Вот еще одна новинка. Манго 100% натуральная. Продукция Вьетнам. Вьетнама. Ой, так много здесь. Очень много. 322 рубля 500 грамм. Манго сушеная. Россия, Самарская область, Красноярский район. И состав: манго сушеная, лимонная кислота и так далее. Ну, здесь прям много. И такие орешки у нас были. Мнения разделились. Кому-то нравится, кому-то не нравится. 194,90, 400 грамм орешки. И все рекомендуют вот эти кедровые леденцы с медом и прополисом. Лимон для горла и иммунитета. 40 леденцов. 98,90. 128 грамм. Сок лимона опять появился. Из сицилийских лимонов 115 миллилитров 43,50. А это у нас магний B6 Forte 500 миллиграмм. Номер 120. ПЭТ 238,50. Ну и давайте это тоже покажу. Витамин С 900 миллиграмм, таблетки шипучие, 122,50, номер 20. В прошлый раз как-то я пропустила, не показала, и вы мне написали, почему. Это аскорбиновая кислота с сахаром. Аскорбиновая кислота, номер 10, спайка по 5 штук. Урал, мед, экспорт, 48,50. Лосьон антибактериальный, 100 миллилитров, 95%, 31 рубль. Огурчики маринованные еще есть, кубаночка, 236,50, 3-литровые банки. Есть и маленькие банки, это уже не кубаночка. Корнишоны, 110 рублей, 720 грамм. А еще, так, это у нас тоже корнишоны. А это, наверное, только партия другая, видите? Отличается только крышками. Цена такая же. Икра. Икра из кабачков. 53 рубля. Я ее беру постоянно. Но преобладает морковка здесь. Не кабачки, но все равно вкусная. Так, это что у нас? Горошек зеленый 67,90. Домашние секреты. Смотрите, внутри, внизу никакого мутного сока нет, неплохие. Значит, неплохой горошек. Есть и в железных банках. 37,50. Высший сорт. Так, это что-то новое. Пиканта Лобио. Богато протеином. Консервы закусочные из фасоли. Вот фасоль я люблю. 700 грамм. 116 рублей. Адрес производства — город Астрахань. Вот такая фасоль у нас уже была. Угощение «Славянки». 700 миллилитров. 92,90. Подешевле, чем та фасоль. И тоже город Астрахань. Фасоль красная, натуральная. 45,50. Печенье. По-моему, я уже как-то снимала такое. Печенье сдобное, глазированное, со вкусом вишни. Масса килограмм, больше похоже на пряники. 171,50. А вот еще есть со вкусом сливок. А колечки сдобные. Уже в комментариях пишут, что вкусные колечки. 1 килограмм, 145 рублей. Печенье-сэндвич с ванильной начинкой. 1 килограмм, 157,50.
А вот у нас и сушки ванильные 500 грамм. Изделия хлебобулочные, бараночные. Город Курган. 47 рублей за 500 грамм. О, какие слоенки. Такие у нас как-то были. Потом все скушали. Изделия крустики. 1 килограмм. 164,50. И вот тоже новинка. Ой, какое аппетитное печенье. Печенье сдобное. Курабье. 1 килограмм. 160,80. Вот это прям вот выглядит вообще аппетитно. Очень аппетитно выглядит. Изготовлено Республика Беларусь. Город Минск. Салфетки бумажные. Очень удобные. 250 штук. Смотрите. Вот так вот. Вот здесь делается вот прорезь. И потом вытаскивается. Очень удобно. 65 рублей. Два слоя. Еще. Это обычные сервировочные салфетки. Два слоя. 20 листов. 36,50. Бумажные полотенца. Рулон. Для сухой и влажной уборки 142 рубля. Такие огромные есть. 247 рублей. Два слоя, 500 штук в рулоне. Бумажные полотенца. Вот такие мне нравятся. Которые, которые без синтетики. Одноразовые, можно сказать. Если те можно там сполоснуть, еще раз протереть. А эти вот одноразовые. Такие мне больше нравятся. Два слоя, 35 метров, 84,10 за два рулона. А такое ведро я вам недавно показывала. Бак квадратный с крышкой, 43 литра. Мы себе купили на дачу. Поставим туда мешок. И вот, пожалуйста, никакие мышки, никакие птички туда не залетят. Мешок набрался, выкинули и по новый мешок поставили. Хороший, прям мне понравился такой бак. О, какая-то новинка, шнур хозяйственный. Вот такой мне точно надо. Даже не один. 131 рубль, 150 метров. Сейчас такой, смотрите, какой он толстый. Какой хороший. Разные цвета, можно взять разный. Ну, дороговато, конечно, 131 рубль. Я так думаю, дороговато. 150 метров, да? Парочку, прям, мне кажется, можно взять. Ой, это что? Побелка садовая, концентрат. Вот это тоже мне надо. Это прям надо на машине приезжать специально. Так, 8 штук здоровых деревьев. 8 метров квадратных площадь. 1,3 килограмма. Защита от болезней, ожогов, вредителей, грызунов. И заживит раны. 54 всего стоит. 54,60. Давайте посмотрим, кто изготовил. Брест, Белоруссия. Ничего себе, как издалека к нам везли. Ну, смотрите, какая хорошая побелочка. Такую можно взять. Кстати, смотрю, здесь уже осталось не очень-то и много. На этом все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.